Приветствую вас, друзья! В этом видео мы проведем онлайн-заговор, который уже через несколько часов заставит осковать вашего любимого человека по вам, разбудит угасающее пламя любви в его сердце, вследствие чего он поймет и осознает свою любовь к вам и вернется. Меня зовут Георгий. Я практикующий черный маг. И сегодня я проведу для вас еще один бесплатный ритуал, благодаря которому каждый из вас может обрести счастье. Любовные заклинания и заговоры черной магии – это эффективные и древние методы, которые помогают решить практически любые проблемы в личной жизни. С помощью таких заклинаний можно привлечь внимание мужчины, восстановить разрушенные отношения, свести свою судьбу с интересующим молодым человеком или же вернуть мир и любовь в семью. В первой части этого видео мы с вами проведем простой онлайн-заговор. Вам нужно будет просто смотреть и повторять за мной. Во второй части я расскажу вам, как делать более сложный ритуал, для которого понадобятся некоторые ингредиенты. Но эффективность его будет в разы сильнее, чем в первом. Я обещаю, что это видео будет максимально заряжено магической энергией. Поэтому очень внимательно смотрите ролик до самого конца. Ни в коем случае не перематывайте, потому что я буду говорить очень много важных нюансов, о которых ранее вы, скорее всего, вообще не слышали. Поэтому перед просмотром обязательно поставьте лайк этому видео. Я уже готов провести для вас этот онлайн-заговор прямо сейчас. Но прежде я обязательно передам привет своим подписчикам. От меня ушла девушка, довольно сильно привязался к ней, даже не знал, как вернуть ее. Нашел в интернете ролик Георгия, в итоге решил попросить о помощи. Вообще изначально очень скептически к этому относился, но надежда была. В итоге, после вызова, примерно через 50 минут был звонок в дверь. «Георгий, здравствуйте, меня зовут Неля. Я не знаю почему, но у меня от вашего голоса сердце трепещет. Я чувствую вашу силу. Я верю вам всем своим существом. Я чувствую вашу силу. Я искренне верила, и ритуал мне помог. Посмотрела вчера, а сегодня мы с любимым мужчиной идем на концерт. Все складывается идеально». Друзья, обязательно оставляйте отзывы. Делитесь успехами в комментариях под каждым видео, это очень мотивирует других не сдаваться, а также мотивирует меня разрабатывать для вас новые действенные ритуалы. Когда я начинал свой путь в магии, интернета не было. Информацию собирали по крупицам, от учителя к ученику. Искали редкие книги по всему миру. Сейчас информации полно, но качество ее и достоверность оставляют желать лучшего. Поэтому в этом видео я покажу вам проверенные рабочие заговоры, которые вы сможете моментально применить и вернуть любимого человека. Даже если вы новичок и никогда не практиковали магию, даже если вы уже начали разбираться в магии, для вас я тоже припас козыри в рукаве, которыми я никогда ранее не делился бесплатно. Итак, для начала покажу несколько отзывов об этом заговоре. Я проводил его со своими клиентами в приватном формате. Вот к девушке вернулся парень через 4 дня после того, как мы провели заговор. А вот к этому мужчине, да, для мужчин это тоже работает, вернулась жена через неделю, тоже неплохой результат. А вот девушке уже в этот день позвонил супруг, который ушел от нее полгода назад. Сейчас вы узнаете, как повторить их опыт, как заставить любимого человека тосковать по вам. И, как и обещал, также покажу более сильный вариант заговора, в случае, если первый способ вдруг не сработал. Смотрите внимательно на экран и старайтесь ни на что не отвлекаться. Думайте о любимом человеке. Почувствуйте вашу связь с ним.
Представьте, что он сейчас рядом с вами. Представьте его голос, его лицо как можно детальней. Повторяйте за мной. «13 чертей братьев. Зову вас из тьмы кромешной. Выходите. Мне помогите. На востоке избушка есть. В ней посередине лежит доска, под которой спрятана тоска. Рыдает и плачет она, о свете белом мечтает. Черти братья, пойдите тоску из-под доски заберите. Да на любимого человека моего нашлите. Пусть впивается и въедается тоска в сердце, в грудь, в живот его. Пусть расходится и растекается по всем жилам его, да по костям сухотой и нытьем отдается. Пусть тоска по мне не отпускает ни на день, ни на час. Да будет только так». «13 чертей братьев. Зову вас из тьмы кромешной. Выходите. Мне помогите. На востоке избушка есть. В ней посередине лежит доска, под которой спрятана тоска. Рыдает и плачет она, о свете белом мечтает. Черти братья, пойдите тоску из-под доски заберите. Да на любимого человека моего нашлите. Пусть впивается и въедается тоска в сердце, в грудь, в живот его. Пусть расходится и растекается по всем жилам его, да по костям сухотой и нытьем отдается. Пусть тоска по мне не отпускает ни на день, ни на час. Да будет только так». «13 чертей братьев. Зову вас из тьмы кромешной. Выходите. Мне помогите. На востоке избушка есть. В ней посередине лежит доска, под которой спрятана тоска. Рыдает и плачет она, о свете белом мечтает. Черти братья, пойдите тоску из-под доски заберите. Да на любимого человека моего нашлите. Пусть впивается и въедается тоска в сердце, в грудь, в живот его. Пусть расходится и растекается по всем жилам его, да по костям сухотой и нытьем отдается. Пусть тоска по мне не отпускает ни на день, ни на час. Да будет только так». Повторять этот ритуал нужно каждый день в течение минимум 3 дней. Если у вас что-то не получилось или вы хотите заказать профессиональную помощь мага, пишите мне. Свои контакты я оставил под этим видео. Также хочу пригласить вас в свой телеграм-канал. В нем будут выкладываться более сильные и сложные ритуалы черной магии. Канал создан для начинающих практиков, а также для всех, кто интересуется магией. И еще один подарок для вас. Первым 10 подписчикам в мой телеграм я совершенно бесплатно произведу диагностику. Я расскажу вам, как открыть свою душу потоку истинной любви, как избавиться от блоков и зажимов в области общения с потенциальным партнером, как исключить все ссоры и конфликтные ситуации в отношениях, как наполнить свое сердце чистой и искренней любовью и как встретить свою вторую половинку. Все ссылки будут в описании к этому ролику. А сейчас ни в коем случае не перематывайте это видео, потому что я покажу вам второй вариант заговора на тоску. Точнее, это уже не заговор, а небольшой ритуал, который вам нужно будет провести. Вам понадобятся 2 красные нити одинаковой длины. Также нужен будет источник огня,
Это может быть свеча, костер или огонь в камине. Нажмите видео на паузу, приготовьте эти ингредиенты, и мы приступим к следующему этапу. На первой нитке завяжите столько узлов, сколько полных лет вашему возлюбленному, а на второй столько узлов, сколько вам полных лет. После этого крепко свяжите нитки между собой, чтобы получилась одна. То есть нить продолжает другую. Теперь возьмите полученную нить и завяжите на ней столько узлов, сколько хотите прожить вместе со своим возлюбленным. Если не хотите считать, то можете просто вязать узлы до тех пор, пока на нитке не останется свободного места. Думайте о любимом человеке. Поднесите нитку к огню и сожгите ее, повторяя слова заклинания. По воде чистой, по земле черной, на огне ярком, на ветре быстром, от меня тебе, от моей души твоей душе, от тела моего твоему телу, да будем мы с тобой вместе при свете дня и во тьме ночной. Да появится любовь между нами страстная да бесконечная. Да будем счастливы мы в любви этой, и никогда она не закончится. Да сбудется сказанное. Аминь, аминь, аминь. По воде чистой, по земле черной, на огне ярком, на ветре быстром, от меня тебе, от моей души твоей душе, от тела моего твоему телу, да будем мы с тобой вместе при свете дня и во тьме ночной, да появится любовь между нами страстная да бесконечная, да будем счастливы мы в любви этой, и никогда она не закончится, да сбудется сказанное, аминь. 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 По воде чистой, по земле черной, на огне ярком, на ветре быстром, от меня тебе, от моей души твоей душе, от тела моего твоему телу, да будем мы с тобой вместе при свете дня и во тьме ночной. Да появится любовь между нами страстная да бесконечная. Да будем счастливы мы в любви этой, и никогда она не закончится. Да сбудется сказанное. Аминь, аминь, аминь. После произнесения заклинания соберите оставшийся от нитки пепел и развейте его по ветру. С вами был маг Георгий. Подписывайтесь на мой канал и ставьте уведомления, чтобы не пропустить новые ритуалы. Смотрите другие видео на этом канале, а также вступайте в мой телеграм-канал. Если возникнут какие-то вопросы, пишите. Всем удачи, любви и терпения!